Друзья, с вами Дима Моисеев. Это мой первый ролик в 2021 году. Всех еще раз с Новым годом. И что ж, сегодня я начинаю играть в новую игру. Ну, одну серию забежу по такой хорорюшке, как Christmas Night of Horror. Какой-то новогодний ужастик, да, типа... Давайте посмотрим. Так. Это надо сделать обязательно. Так, не знаю, что там будет написано. Каких-то можно себе героев выбрать. Короче говоря... Что произошло? Ты задолбал, иди нафиг, реклама. Так, найди 7 рождественских презентов. И стреляй. А что стреляй? Так, а можно эти подарки убрать? Так. Честно признаюсь, я играл эту игру впервые. Так. Ну а нафиг. Counter-Strike какой-то. Ух ты, я бегать могу. Могу как за твинс прыгать. Почему дверки не открываются? Такс. Аптечка. Тихо. Неудобно управлять. Патроны. Так, вместо здоровья. 29 амов. Патронов. Да ладно, менять можно, серьезно. Ха-ха! Надо в КС какой-то, как будто я зашел. Тихо. Елочка стоит. Так, у меня здесь стамина и коня. Ага. Устает бегать мой персонаж. Фига себе, он прыгает. Как заяц какой-то. Так, вот, пошли повыше. Пока я совсем не понимаю, что делать. Там лежит что-то. Запила какая-то. А где враги, собственно? Где враги? Давай, я их расстреляю всех. Ёлочка. Что это такое? Не зацепила реально? В натуре. Да, ёлку побьём. Ай! Что такое? Ой! Не оружие! Да тут тебя! Да тихо! Кто это? Кто это? Застрелю! Иди нафиг! Топи! Я отсюда, твою мать! Прыгай! Пошли, пошли, нафиг это место, нафиг, 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 нафиг. А вот и враги. Так, может как-то... Какую-то позицию мне спросить? Да неубиваемый вообще или нет? Твою мать, твою мать. Дай хотя бы кого-нибудь побольше убьем. Я убью кого-то, красавчик. Тихо! Кто ты-то? Сколько у этих упырей здоровья-то? Нафиг. Перезаряжай быстрей! Так, что это за крыса? Все, вроде всех убил. Так, пошли. Где птичку я видел? Пошли, заберем ее. Офигеть, неожиданно. А, у меня восстанавливаются хп? Фига себе. Что это? Я не знаю, что это было. Возможно, патрон, все, возможно, и нет. Где-то рядом какой-то CSGO. Counter-Strike в стиле ужастик. Так, пока мне нравится. Ну, это было скорее неожиданно, чем страшно, то, что вот меня так поймали. Это была Сандерина, эта девка? Которая мне довольна. А и на звук реагируют, интересно? А и воскресают? Да по-любому воскресают. Пошли она смотреть вниз. Будем без нужды не бегать. Что это? Я не знаю, что я взял. По-моему, не патроны, нифига. Бутылочка пивка.
Надо отметить это дело. Ой, ее можно взять. Идеально. Я еще новое оружие подобрал. А бутылочка это оружие? Отпразднуем Новый год. С шампанским. Так, что-то пока подарков не хожу. Я даже нашел один. А где, собственно, еще счетчик моих подарков? Его нет? Стреляй. Так, я еще могу, кстати, краситься. Если нет, куда-то не выскочит. Так, тихо. Ну, они не сразу меня убивают, это меня радует. Если не хавают. Твою мать, твою... Иди нафиг! Так, тихо, главное... Да, тихо. Мелких вообще сложно убить. Мелких микрочеликов, тихо. Может быть, у них хорошо пистолет есть? Что это за паук реально с башкой человека? Так, перезарядка. Где? Вроде мы здоровы, нормально. О, подарочек! Вам уже подарили подарки на Новый год, ребят? Отметьтесь. Так, ладно. Что у нас тут-то? Не, птички не тратим. Так, патрон. Патрон. По-моему, мы не прибавились вообще. Это что? Так, сейчас сюда же прийти другие, мне кажется. Тут что, не только эта девка с этим паучком была? Бук, это вообще, короче говоря, самое ужасное. Что здесь может быть? Что, тут крыса была какая-то с мужиком? Ой, да ладно, какой здоровый дом. Кто-то же меня заметил. Опять ты! Придурок. Ой-ой-ой-ой. Может, я зачикать? Зарезать? Ладно, будет совсем что. Куда? Тихо, крысы. Символ уходящего года. Я в шутеры играл, но только на компах. Я всякий стендов там, CSGO Mobile не играл. Так, ладно. Сменяй-ка меня, оружие. Где мужик? Здесь был какой-то мужик, я помню. И почему не сиди сюда? Ай, муж. Так, так, туалет. Что это здание? Это тюрьма какая-то или что? Короче, самое страшное здесь это вот эти мелкие чувачки. С большими еще как-то может справиться. А этих намеков вообще фиг упадешь. Да, о май гад, сколько здесь дверей. Прямо по роже прямо открывается. Что можно взять, то бери. Я бы что-то еще халфа с тобой. Это может... Это вроде ничего не делает. Что-то я вспомнил Half-Life. Вообще не знаю почему. Чё? Так, это аптека. У меня здоровье вроде самохиляется. Можно, конечно, достать, дополнить. Пока не буду делать. Вот отсюда, по-моему, выжил пацан мелкий. Вода, дополним. Всё, у меня со здоровье. Я не знаю, буду ли я все-таки один раз проходить эту игру или несколько. Блин, я чуть... Я еще честно, когда я впервые похожу, блин, игра классная. Все тупо играть. Да ладно, еще одна птичка. Так, шампанское берем. Может, это яд какой-то крысиный, не знаю. Так, это куда? Подожди, наверху все... Опа. Так, забери подарочек. Твою мать! Минус. Блин, кто-то под... Можешь его зачикать ножом? Что-то я буду испугался. Да и в жопу. Убью, как, слава богу. Да не убил еще, нет? Все, убил. Окей. Ну нафиг. Блин, это жестоко. Так, и все, никого нет. Не, пошли, подожди, вернись наверх. Там уже я все точно смотрел. Так, ты еще был.
Тут-то. Бруто. Здесь я был. Не, по-моему, я наверху все смотрел. А вот мужик, кстати, вернулся до этого. Я по нему скучал. Очень скучал. Пошли в них тогда туда. Ящички вроде не разрушаются. Они меня просто чуть-чуть совсем водят в испуг, просто от неожиданности. Они не страшные. Ну, только эта девка, она чутка страшная, стерна выглядит. А остальное все. Туфта. Блин, почему ты говорил, пацана реально, паучка с голой человека. Ведь реально сложно. Что за длинный коридор? Сколько подарков нашел, никто-нибудь помнит? По-моему, 4. Патрончики, по-моему, мне не прибавляются вообще. Я не знаю, что сейчас беру. А, вон показано, сколько у меня подарков собрано. 3. Я, по-моему, собирал больше. Даже то, сколько осталось их собрать. Что-то невероятно. Так, ладно, соберем еще один подарок. Посмотрим, раз там будет двойка, значит, я это показываю, сколько мне осталось собрать. Снеговичочек, здорово. Как сыграли подарочек? Там кто-то был. Нет, это сколько я собираю, показывает. Так, отъехал тихо. Крысы. Тебя вообще терпеть не могу. Да ты еще живой! Ты отъехал? Еще одна крыса. Быстрее! Так, еще дамочка ты сюда пришла. Давай, 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 давай! Стреляй! Как? В смысле миссия провалена? Не понял. Наверное, я себе просто много врагов поставил. Ничего себе. Не, ну игра классная. Будем проходить. Глянь, мой сиреноголовый. Джейн и Нина, кто это такие? Джефф и Лиу. Это кто? Вот Слендермен и Слендерина, я знаю. А что бы если я просто всех остановил? Ладно, не хочу, провери. Да где я? Так, подожди, ладно. Давай-ка следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Будем проходить эту игрушку дальше. Всем удачи, всем пока.